Медиация становится все более популярным способом разрешения конфликтов. В последнее время активно внедряется и партисипативная процедура. 11% гражданских судебных дел в итоге закончились примирением сторон. Об этом служители Фемиды сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций. Также было отмечено, что за прошлый год уголовным судом прекращено 144 уголовных дела. В прошлом году было рассмотрено 1706 уголовных дел, что почти на 8% больше, чем в прошлом году. Лишены свободы 432 человека. Условные сроки получили 77 западноказахстанца. 151 привлечены к общественным работам. С участием присяжных было рассмотрено 5 дел в отношении 9 человек. 144 уголовных дела прекращены на основании примирения сторон и медиации. В 2020 году судами рассмотрено 425 ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания. Из них удовлетворены 314. Материалы о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания рассматривались только Уральским городским судом. За отчетный период рассмотрено 383 материала данной категории. Медиация нашла широкое применение, особенно в разрешении споров по гражданским делам. На сегодняшний день основная нагрузка таких дел по-прежнему приходится на городской суд номер 2, в котором было рассмотрено 59% всех оконченных дел. В целом, в прошлом году из 13 тысяч гражданских дел 1432 закончились примирением сторон. Из них с примирительными, среди примирительных процедур 1221 дело окончено путем утверждение медиативных соглашений. 6 дел против 20 дел в 2020 году окончено в порядке партисипативной процедуры. И по 205 делам заключено мировое соглашение. В 2019 году было всего 175 мировых соглашений. Среди новых способов примирения сторон – партисипативная процедура, которая проводится с участием адвокатов. Правом проведения медиации наделяются также нотариусы. Альбина Кумаргалеева, Алмаз Адиетов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.